все на лед. В городском округе Щелково идет заливка открытых катков для зимнего отдыха жителей. Всего по разным адресам будут доступны 13 мест для активного отдыха на коньках. Один из них на Дальнем Воронке. При установке температурного режима не выше минус 5 градусов подготавливается основание для заливки льда. После подготовки основания для заливки льда начинаем накладывать слоями лед по 1-2 сантиметра промежутками 2-3 часа. После подготовки слоев не менее 10-15 сантиметров начинаем выравнивание льда. Еще чуть-чуть, и лед будет готов. Жители с нетерпением ждут открытия катков, особенно дети, которые приходят даже просто посмотреть на процесс заливки. Мы очень ждем, чтобы покататься на выходных или на каникулах на коньках. Сезон массовых катаний планируют открыть 1 декабря во время старта традиционного регионального проекта «Зима в Подмосковье».